Техника готова, семена у многих закуплены еще в прошлом году. Аграрии заканчивают последнее приготовление к наступающему сельскохозяйственному сезону. Многие хозяйства уже приступили к весенним полевым работам, начали подкормку озимых. А дальше, как только температура воздуха прогреется, начнутся основные работы – вспашка, барнование, внесение удобрений, сев. Фермеры Новоспасского района с гордостью отмечают, регулярно одними из первых выезжают в поля. В южной части региона суши, да и техника полностью готова. Машино-тракторный парк предприятия «Агроинвест» осмотрел глава региона Алексей Русских. На сегодняшний день из плана 25 600 нам предстоит закрыть в лаге. Порядка 2500 закрыли уже. В основном смотрим, ну как поля подходят уже по мере созревания. Вот подкормка озимых из 9 тысяч поедет на 4500 гектаров. И несмотря на сложные внешнеэкономические условия, парк техники в этом году у ульяновских аграриев пополнился на 500 машин. Помогает господдержка. К примеру, продлен срок уплаты платежей по упрощенной системе налогообложения по единому сельхозналогу. Тем самым аграрии смогут заплатить налоги после уборки урожая, а свободные ресурсы направить на проведение полевых работ. Совещание президент озвучил ряд поручений. Он поддержал инициативу правительства выделить из федерального бюджета дополнительно 153 миллиарда рублей на льготные, краткосрочные и инвестиционные кредиты для отрасли. Поручаю Минсельхозу области отслеживать ход доведения средств до региона, совместно с банками оперативно проводить работу по согласованию кредитных заявок. Глава региона призвал профильные ведомства и товаропроизводителей снижать импортную составляющую в производстве отечественной продукции, в том числе в семеноводстве. Здесь могут помочь ученые и специалисты научно-образовательного кластера. Согласно распоряжению Минсельхоза регионального о подготовке проведения полевых работ на территории Ульяновской области в 2022 году, за каждым муниципальным образованием закреплен у нас научный куратор. С этого года для кураторов районов разработан определенный чек-лист по результатам выезда муниципального образования, в котором они будут отмечать все рекомендации по агротехнологиям. Как отметил губернатор, в этом году на поддержку сельского хозяйства региональное правительство направит дополнительные средства. Они пойдут на проведение весенних полевых работ, развитие животноводства и птицеводства. Анна Тищенко, Улправда ТВ.